Дорогие друзья, сегодня мы хотим поговорить с вами о трагической новости, которая потрясла весь российский шоу-бизнес. Буквально несколько часов ушел из жизни заслуженный артист России, народный любимец и звезда сериала «Дальнобойщики» Владимир Гостюхин. Этот талантливый актер считал Россию и Беларусь своей родиной и любил свою профессию. Его уникальный талант и неповторимый образ покорили сердце многих зрителей, и он стал настоящей легендой кино. За свою карьеру Владимир Гостюхин сыграл в более чем 115 проектах в кино и театре. Он часто снимался в фильмах о войне и в исторических проектах и всегда воплощал свои роли с искренней любовью к искусству. Однако, настоящую любовь и признание зрителей он получил, когда появился на экранах сериал «Дальнобойщики», где Владимир сыграл одного из центральных персонажей. Его образ стал символом добра, справедливости и человечности, и он навсегда запомнился нам всем. Мы с глубоким прискорбием прощаемся с этим выдающимся артистом и выражаем наши соболезнования его семье и близким. И вместе с тем, мы гордимся тем, что смогли жить в эпоху, когда наш мир был обогащен таким талантом. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Это поможет нам понять, что наш контент вам интересен, и мы будем стараться делать еще больше качественного видео. Спасибо за внимание!